«Мы уходим. Делегация незалежной обиделась на ПАСЕ». На этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно утвердила резолюции о возвращении делегации России в свой состав. Украинская делегация вполне ожидаемо устроила по этому поводу демарш и в итоге покинула зал заседания. К ним присоединились депутаты ПАСЕ из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии и Грузии. Протестующие зачитали обращение, в котором говорится, что они возвращаются домой, чтобы консультироваться со своими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях. Но даже после этого заявления, скандала и, по сути, шантажа, мнение русофобов было проигнорировано. Согласно решению Кабмина, тарифы на отопление и горячую воду уменьшатся. Правительство Киева ограничило стоимость одной гигакалории 1400 гривнами. Сейчас стоимость тепла по Украине колеблется от 1200 до 2200 гривен в зависимости от региона. По предварительным оценкам, снижение тарифов по всей стране составит около 14%. Правда, о том, когда именно это должно произойти, украинские власти почему-то забыли упомянуть. Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ряда общественных организаций и признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту генерала Николая Ватутина имени Романа Шухевича. Админсуд объяснил свое решение об отмене декоммунизации тем, что изначально Киевским городским советом были нарушены процедуры по переименованию проспектов, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Стоит добавить, что рассмотрение дела длилось с 2016 года. 27 июня после продолжительной жары на Киев и область обрушилась сильная гроза. Вследствие непогоды один человек погиб, четверо пострадали. За 15 минут стихия повалила рекламные щиты и деревья, обломками больших веток раздавила десятки автомобилей. На домах сорваны крыши. Кроме столицы, из-за вчерашнего шторма сегодня в Украине без электроснабжения остаются больше 200 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях.